Они побывают на объектах горного кластера, узнают об истории их создания. Экскурсия в Красную Поляну рассчитана на 9 часов. Многие захватили с собой санки, чтобы при возможности прокатиться на них. Каждый где-то час смотрели прогнозы, снежок обещают. Но даже если его не будет, все равно нам это очень интересно. Это замечательно, потому что в многодетной семье редко, когда получается выбраться все вместе, или кто-то с малышами сидит, иногда просто финансы не позволяют. На Красной Поляне вот действительно не были. Были, когда строились объекты, сейчас нам, конечно, это интересно для всей семьи. Экскурсия – результат совместного проекта администрации Сочи и общества развития поддержки спорта и туризма. Название также двойное – «Покори Красную Поляну» или «Наследие Олимпиады детям Сочи». С начала года по этой программе в Красной Поляне побывало около 700 детей и их родителей из Центрального, Хостинского и Адлерского районов. Экскурсоводы вместе с семьями, которые рассказывают об истории постройки вообще каждого спортивного комплекса. И мало того, об истории города Сочи. Прививают, конечно, любовь, прививают интерес. В подарок и на память об экскурсии дети и их родители получили скипасы сроком до конца года. На следующей неделе в путешествие в Красную Поляну отправятся многодетные семьи из Лазаревского района. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.